Квартира номер 154, площадь за 46,4 квадратных метра, на 12 этаже. В квартире 4 панорамных окна, и по планировке это практически ровный квадрат. Окна выходят на сторону города и гор, а также на сторону моря, на его закатную сторону. 46,4 квадратных метра на 12 этаже. Квартира номер 143 на 12 этаже. Площадь этой квартиры 33,2 квадратных метра. По планировке это ровный прямоугольник с выделенной зоной санузла. И планируется такая квартира в однокомнатную с одной спальней и кухней-гостиной. В квартиру заведены коммуникации, свет, вода, слаботочные коммуникации, интернет, домофон и телевидение. Подведены пожарные датчики, установлен счетчик. Также в квартире есть балкон. С балкона открываются виды на прилегающую территорию и на город. Это восточная сторона, квартира солнечная, 33,2 квадратных метра на 12 этаже. Квартира номер 143. Квартира номер 146 на 12 этаже, площадью 34,4 квадратных метра. По планировке это ровный квадрат с двумя окнами и выделенной нишей под санузел. Квартира планируется в однокомнатную с выделенной спальней и кухней-гостиной. Также здесь есть выход на летнюю террасу, просторный балкон. И виды открываются на набережную реки, на город, горы, прилегающую территорию и на море. 34,4 квадратных метра, 12 этаж. Квартира номер 147 на 12 этаже, площадью 47,1 квадратный метр. В этой квартире 3 окна, балкон. Виды с балкона открываются на набережную реки, на горы, на город и на море. Также в этой квартире есть второй балкон, выход из, на который находится из гостиной. И с этого балкона также панорамные виды на город, горы и море. 12 этаж, 47,1 квадратный метр. Квартира номер 142 на 12 этаже, площадью 41,6 квадратных метров. Вначале небольшая прихожая, место для гардероба либо шкафа-купе. В квартире 4 окна, одно из них открывается с выходом на балкон. Вид из квартиры на море, на закатную сторону, на прилегающую территорию и на город. Квартира планируется либо в однокомнатную с одной спальней и большой кухней-гостиной. Также в этой квартире можно выделить две спальни. 41,6 квадратный метр, 12 этаж.